Всем здравствуйте. Сейчас чуть-чуть наберем побольше подписчиков. Всем мендут. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех поздравляю с наступившим 2020 годом. Всем желаю, ну, во-первых, это, наверное, самое главное, это крепкого здоровья всем вам, вашим родным и близким, всем тех, за кого вы переживаете, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы. Ну и самое главное, чтобы вы жили в гармонии с собой, в первую очередь, когда ты, ну, поскольку я считаю, что если ты в гармонии, живешь в гармонии с собой, то ты, соответственно, живешь в гармонии со всеми окружающим другим миром. В связи с этим поздравляю вас с наступившим 2020 годом. Желаю здоровья, гармонии, счастья, обычного человеческого счастья. Ну и так, дорогие друзья, почему я решил выйти в эфир? Это является, ну, первая причина, это митинг. Митинг, который мы будем проводить 5 января Нового года, то есть мы Новый год начнем с проведения митинга. Тема митинга заявлена у нас за честную политику действующей государственной и муниципальной власти у нас в регионе. Я думаю, в эту полемику и вместится очень много выступлений, очень много слов, которые будут высказываться в данном публичном мероприятии. Кроме этого, ну, всех приглашаю на митинг. Прошу, приходите. Митинг состоится 5 числа, как я уже говорил, на площади Победы в 12 часов. Ну, у нас подготовительные работы начнутся с 11 часов до 12. И в 12 мы начнем. Но согласно уведомлению мы заявили, что митинг у нас будет проходить с 12 до 3 часов дня. Но я думаю, мы сократим, поскольку, может быть, будет холодно. Ну, все зависит от того, сколько людей придет. Но, скорее всего, будем сокращать, чтобы народ не мерз. Нет, у нас митинг с 12 часов, поскольку с 11 у нас начинаются подготовительные работы, чтобы, как в прошлый раз, нам никто не запретил там те же баннеры вешать, там музыку расставлять и тому подобное. Еще, дорогие друзья, вот что я, почему я в эфир еще вышел в эфир, я хочу поставить определенную ясность, да, по тому посту, да, вот я выложил пост о том, что председатель правительства Юрий Зайцев получил премию, да, в размере 5 миллионов. Сразу, ну, потому что мне очень много было сообщений, прислали сообщений, в которых люди, в том числе наши сторонники, спрашивали, действительно это так или нет. Ну, моя информация подтверждается, что это действительно так, поскольку, ну, мы не можем это подтвердить. Во-первых, мы же там не работаем, да, у нас нет официальных источников, на которые ссылаться, но те источники, которыми я руководствуюсь, которые у меня есть, они подтверждают данную информацию. Но что хочу я вам пояснить. Вот эта премия, вот сейчас я вам скажу. Специально открыл ноутбук, включил ноутбук. Вот смотрите. 17 декабря 2019 года Дмитрий Медведев, да, председатель правительства Российской Федерации, подписал по постановлению об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансферов в 2019 году из федерального бюджета бюджетом субъекта Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. То есть это идет поощрение. Это поощрение за деятельность, за работу, там, за эффективность деятельности наших чиновников. Условием предоставления этих трансферов, я сейчас
немножко раскрою. Вот пункт 4 говорит то, что показатели эффективности вот по следующим направлениям. Количество высокопроизводительных работ мест по внебюджетном секторе экономики. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Уровень реальной среднемесячной заработной платы. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий. Потом, такой показатель, как эффективность деятельности, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, уровень образования, ну и тому подобное. И также уровень доверия президенту Российской Федерации. То есть мы видим, что данная премия, она как бы имеет законодательную базу. То есть по закону, по постановлению правительства Российской Федерации 7 декабря, да, по-моему, да, 7 декабря, им положена премия. Дальше. Это кому? Эта премия положена региональным и муниципальным управленческим командам. Под региональными и муниципальными управленческими командами понимается группа должностных лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации или должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы, деятельность которых, соответствует решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, способствовала достижению субъектом Российской Федерации значений уровня показателей эффективности бедности. То есть, по моей информации, то есть у нас эту премию получили и работники министерств, аппарата правительства, администрации главы республики, ну, естественно, сами министры, сами заместители председатель правительства, сам глава, там, руководитель администрации и его замы. Они получили, то есть как представители органа исполнительной власти. Но, как мы видим, пункт 9, да, данного постановления разрешает предоставить указанные премии, да, распределить указанные трансфер между муниципалитетами. Однако, ну это при условии того, что если глава республики решит им помочь, как бы им выделить указанную премию. Ну, однако, вот я, насколько знаю, я звонил всем, ну, кто работает у меня в администрациях муниципальных образованиях никакую премию никто не получал. Таким образом, выходит то, что эту премию глава региона распределил только между органами исполнительной власти. То есть это министерство, это аппарат правительства, это администрация главы. Ну и может быть, я думаю, то, что они, глава тоже получил такую сумму, может быть даже и больше. Но по крайней мере опровержения нету. Но мои источники подтверждают, что это так. И еще самое главное, вот в этом постановлении указано то, что до 15 января 2020 года наш высший исполнительный орган государственной власти, то есть глава Республики Калмыкия, должен до 15 января 2020 года отчитаться отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, который предоставляется иной межбюджетный трансфер. И также наше правительство должно было разработать порядок повышения региональных и муниципальных управленческих команд. Я смотрю на сайтах других регионах имеются вот эти правила поощрения. Я вижу, что на каком основании они рассчитываются, почему там они привлекают. Там по Самаре есть, по Орловской области, да, но по Калмыкии я не могу найти этот нормативно-правовой акт. Я не знаю почему. И самое главное, вот есть еще постановление правительства от 9 декабря 2019 года. Сейчас я вам продемонстрирую его. Номер 2960-Р. Распределение межбюджетных трансферов. И вот мы видим то, что Республика Калмыкия получила. Вот, да, вот как у нас делать? Республика Калмыкия, да, вот вы видите, Республика Калмыкия. Вот, да. Получила 43 миллиона 700 рублей.
То есть получилось, ну да, за, то есть ну, самое главное, что они получили это на законодательном уровне, и я думаю, предел тому возмущения там за что это им, ну, я думаю, сразу вопрос отпадет, поскольку есть постановление правительства. Дело в том, что там, как они распределили их между собой. Я считаю, мое личное мнение, можно было там распределить, в том числе и дать муниципальным образованиям, да, там, или как по-другому там заставить. Я бы заставил бы там всех этих министров обратно перечислить, где деньги там куда-нибудь там да в ту же администрацию города Элисты, где у них дефицит по бюджету. Вот так. Во внебюджетку перечислили бы и были бы красавчиками, и нас бы всех заткнули вот так вот. Ну там дали бы. Вот Саглада пишет, по неофициальным данным 15 миллионов получил Бату Хасиков. Может быть, он так получил, да? Мы же ведь не работаем в администрации. Вот когда вот, я думаю, когда рабочие дни начнутся, мы там нашим там, то есть, там, друзьям, товарищам в банках и в казначействе, да, и там, той же администрации, мы все это выясним. Но я думаю, что это позор, позор для руководство региона, когда они берут себе такие деньги и ничего при этом не делая за какие-то показатели. Кстати, там Макс сейчас видео готовит по одному из национальных проектов. Я думаю, завтра мы его или сегодня, может, мы его опубликуем. Ну вот так вот, дорогие друзья, я хотел сказать первое по митингу. Призываю вас всех прийти на митинг, поскольку надо на него идти. Тема заявлена за честную политику действующей власти. Я думаю, к митингу мы разберемся уже по этой премии, сколько кто там получил. Вот так вот. Ну вот, правильно. То есть сейчас нам осталось узнать, куда Бату распределил там 43, сейчас скажу, 43 миллиона 700 тысяч. Ну я думаю, если бы там распределить, взять там, перечислить там, ну там, грубо говоря, там по добровольно-принудительно, да, обратно перегнать на счет той же администрации города Элисты, там, ну не 40, ну 30 миллионов, да, раздайте работникам, вот этим чиновникам, ну кто там, специалистам, проблем бы не было, то они вообще были бы красавчики для нас и может быть, я бы и замолчал, понимаете? А здесь они там себе по 5 миллионов, там, по 5, там, ну, министры по-любому по миллиону получили. Тот же Троицкий, да, работает 2 месяца, то за что ему там? Ну, как-то так. Я согласен, просто нужно в этом разобраться. Разберемся и там уже более подробно сообщим. Вон, люди сообщают, Хасиков себе 15 миллионов премию взял. Ну, я этого не слышал. Ну все, тайное становится явным, я думаю, мы в этом разберемся. Увидим, узнаем. В связи с этим приглашаю всех на митинг. Приходите 5 числа. Приходите. Тема митинга заявлена у нас за честную власть в Республике Калмыкия. То есть вы в эту полемику, я думаю, поместится очень много выступлений, очень много проблем, в том числе трапезников, хасиков, там, иные должностные лица, там, исполнение национальных там, нас проектов, да, которых приоритетные. То есть, будет много о чем поговорить, и если мы говорим о развитии гражданского общества, если мы говорим о честной власти, то я считаю, что мы должны ходить на митинги, выражать свое мнение, защищать свои права. Ну, еще раз с Новым годом всех, дорогие друзья. Счастья, гармонии всем. Приходите на митинг, к тому времени разберемся. Всем удачи, все, выхожу из эфира.